Ребят, всем привет! Я вот с таким белым флагом. На дворе 27 апреля. И сейчас посмотрим, есть клещи или нет. В принципе, они уже есть, но хочется увидеть воочию. Сейчас пройдусь немножко и посмотрим. Я здесь просто намотал на палку белую ткань. И вот таким вот образом по земле ее волочить. И по идее, в теории, если клещи есть, они должны попасть. Посмотрим. Ну-ка, вот немножко провел. Но пока не вижу. Трава, как вы видите, вся лежит, поэтому достаточно сложно. Но попробуем. Хотя бы одного-двух, может, и увидим. Ну-ка. На удивление, пока чисто. Пока нету. Походим еще. Такое вот волочение. Посмотрим. В том году вот так делал, правда, в другое время. Когда уже трава нормально поднялась, все, и клещи цеплялись. Ну вот странно, что сейчас нет, потому что погода уже достаточно теплая, и плюс 15, до плюс 20 доходило. Они обычно в это время уже все, выползают. Ну-ка поглядим. Нет, пока не вижу. Ну, в какой-то степени, на самом деле, это радует. Даже если эксперимент сейчас будет с отрицательным результатом, это хорошо. Соответственно, можно ходить пока и особо не переживать. Ну, вот сейчас прямо вот пойду к камере, вот так вот, буду проверять. Трава вся лежит абсолютно. Ну-ка. Вообще чисто. Нету. Не вижу. Кто со стороны посмотрит, подумает, что он там делает, что он так лазит. А он клещей ищет, оказывается. Ну-ка посмотрим. Неа. Ни одного. Какие-то семена попадаются. Все. Нет клещей пока. На этом участке нет. Хотя в теории, когда травка уже поднимется, будет нормально. Вообще, по идее, надо в более затененный участок уйти, потому что они на солнцепеке мало обитают. Тем не менее, ну, пока нет. Нехитрыми манипуляциями, вот футболочкой такой белой, мы проверили этот участок, и можно сказать, что пока они еще не так активны, но вот здесь именно. Но что-то мне подсказывает, что если здесь сейчас вот поваляться в траве, даже в этой, однозначно зацепишь. Ну, в принципе, на этом поиски клещей не останавливаю. Вся весна еще впереди. Трава чуть поднимется, потом проверю еще разок. Ну все, на этом. Пока.